Здравствуй, Сергей. Привет, Максим. Диана. Привет. Legato Music Production. Legato Music Production другой человек. Я не я такой не практикую. Ты можешь распевать? Тут, а, ну тут фано нету, да? А, фано нет. Нет, синтез есть? Да. Есть, просто это такие. Можете распеться? Не, имеется в виду этот, минус антиквыш. Текст сухой, ехал, сухой, ехал. Нет, так не смогу. Пиано нужно быть, да. А? Минус ключик, и ты будешь прям лучше сразу. Да. И будем тебя сразу на месте исправлять. Весняльчики, гирчин, юначики, чила, духуинчики, чила, вазалина, кючила, духуинчики, чила, вазалина, кючила, чиренчица, ганчин, юначики, чила, пудричики, чила, помадычинки, чила, пудричинки, чила, помадычинки, чила. Хорошо. Ой, идеально, знаешь, что? Успелись. И третий, да? Эрджела, сурджела. Эрджела, да. Эрджела, как ты, да, Эрджела сурджала. Ну, давай порвём. Эрджела сурджала, кельсин глебишле биле, эври гурвын эргенесин кара, кельсин глебиле, эври гурвын эргенесин кара, кельсин глебиле. Все нормально, да, получается, по словам даже. Да, вот, получается у тебя как этот автомат, ту-ту-ту-ту-ту-ту, должны все это выходить. Все, и сейчас нормально, сейчас с музыкой пройдемся еще. Музыку. Можно нам музыку маэстро. Расскажите, как вам? Много вариантов. И русские народные даже были. Ну, вот это вот, ну, как бы, хочется преподать там национальное что-то. Да. Конечно, в первую очередь нужно было, да, исполнить калмыцкую народную песню. Да. Так как Катя народница. И вот сошлись именно, да. На этой песне «Весная Гюльгыр», вот она нам обоюдно понравилась, и вот решили то, что нужно будет ее сделать, тем более ее, по-моему, в современном исполнении нет. И да, ее нету. Вот она, тем более, девичья, задорная, очень игривая, я думаю, то, что мы с ней обыграем, и так по-девичьи ее споем. Круче всех подошла Диана. Вот, ну, ты ходишь там, ее заставляешь всех, а остальных мне надо приходится тянуть, чтобы они... Я потому что приходили. Тоже хочу принять в этом участие, и не так вот, так, ай. А если делать, то делать уже. Чтобы осталось что-то, да? Чтобы осталось, да, и... Ну, в любом случае, я думаю, получился хитяра благодаря нашему Сергею Дюжичку. Да, в любом случае, это будет хитяра. Спасибо Котлану Мукубину. Спасибо, да. Да, поддерживает, не отказывается и... Отзывается на все... Да. Он у нас, да, самый скромный и самый, что? Неотказливый. Педагог. Да. Педагог, да, он? Хочу. А где он преподает? Я хочу к нему. В этношколе. Я еще будучи студенткой, ходила к нему в этношколу и этот... На Мирохур? Дергала, короче, сыграй мне вот Утадун монгольский. Он такой, ты что ко мне пристал? Он еще такие шары на меня. Думаю, откуда она взялась вообще? Я еще номер телефона взяла, ему звоню. Туда пришла к нему. Так он преподает там? Да. То есть можно мне ходить туда? В прошлом году. Значит, в прошлом году еще преподавал. Наверное, уже преподает. Мечта у меня на хуре научиться играть. Я тоже, наверное. Ну, Марцин проводит. Прикольно я не делал. Прикольный конкурс. Нет, этот конкурс вообще первый, он был в 96-м году. Я на первый конкурс приехала еще. Бичкин-бичкин, сундучин приехала. Когда впервые выехали со взрослыми. Они каждый год доделали? Ну, они раньше, сейчас каждый год делали. Потому что они в 96-м его начали, и потом это все потухло, и вот только вот недавно это восстановили, да. Я когда сказала ему то, что я на первом была в конкурсе, они такие, да вы что, это же так круто. Ну вот видишь, это я к чему, что вот видишь, в таких конкурсах появляются какие-то звезды. Хотя бы там, да, 50 человек перелопатить, и один останется в творчестве, это круто. Но я никогда не участвовала в конкурсах здесь, в Калмыкии. Вот у меня правильный педагог, она вот тогда тут преподавала. Вот мы занимались на природе и телевидении, вот Сережа к нам тогда приходил. Вот, там занимались, и она меня никогда на конкурсе местные не отправляла. Она говорит, Диана, потому что это тебе не нужно, здесь неправильно распределяют места.
Да, да. Да, вот это мне, кстати, в этом направлении никогда не нравилось, когда такие вот вещи. По брат-сват как-то. Она говорит, лучше не смотреть, просто говорит, даже не надо смотреть. Обидно. Все. Оно остается, ты остаешься, ты понимаешь, что ты лучше выступил, например, да? Ага. Ребенку. Ладно, там черт с ним, там взрослыми. Угу. А ребенку, прикинь, да, ты понимаешь, ты видел, что ты лучше. Угу. А тут бах, тебя бреют. Да. Я просто потом неохота больше сниматься. Ну, в смысле, больше неохота творить, неохота больше делать, потому что ты понимаешь, что это несправедливо, мне кажется, да? Угу. Ребенок понимает, это все. Конец, короче, да, нафиг нужно в этой жизни не добиться ничего там своим собственным талантом. Потому что мой первый конкурс это был уже Москва, «Одаренные дети», 2003 год, второе место. Вот это был первый мой конкурс. Ну, в общем, мы записываем нашу Катю. Да. Да, Катя, будем продолжать дальше с тобой работать. То есть, ой, все, старушка заностальгировала. Да, на самом деле мы, Кать, я сделал этот конкурс не для того, чтобы там, да, кому-то там деньги вручить, там, да, где-то что-то пропиарить. Mm-hmm. Мне хочется найти детей, которым будет интересно работать, дальнейшая работа. То есть мне записывать им песни, mm-hmm. делать им музыкальные клипы, создать свою собственную команду, бригаду такую, с которой мы сможем ехать там по стране, уехать там в Монголию, давать там на неделю, на две недели. Вот как, например, сегодня приезжает к нам, да, месяц будет там, mm-hmm. циркики, месяц. Также мы можем поехать в Монголию, если мы заряжены. Mm-hmm. То есть у нас есть хорошая концертная программа, часа на полтора-два, да? Часа на полтора-два, и мы можем в Монголию на неделю заехать. Mm-hmm. По всем Аймакам проехать, по всем хатонам проехать, и ух. Я думаю, заработать можно, тем более там люди хавают. Первые две строчки отпела, молчишь, а как бы когда они получатся, тогда записываем третью, четвертую уже строчку. Угу. Давай, пробуем. Песненчик, гиргенчик, юнанчик, кючила, тулугинчик, кючила, вазалина, кючила, тулугинчик, кючила, вазалина, кючила. Нужно дать воздух в живот, он тебе выдает это все, да? Mm-hmm. Чтобы твои, я же тебе говорю, что твои связки собрали. Давай попробуем еще раз. Пойдем туда пробовать. Привет! Это Сергей Джиджиков. Ага. Он у нас на конкурсе к финалу звукорежиссер, композитор. Короче, все на свете делает. Красава бешеная. В общем, а это Агни. Привет. Да, привет. Калмыцкая Рианна. Угу. Пускай, ну ничего страшного, даже если сорвалось, ничего. Ты же не начинаешь, не супермен. У нее, сейчас мы распевались, просто у нее еще пока спят связки. Mm-hmm. Давай еще раз попробуем. Mm-hmm. Раз, прям не стесняйся выдавать эмоции, да? Если хочется делать, делай, прям не стесняйся. Прям,
попробуй пока.